15 января, рано-рано утром, это у нас уже 6 утра, я еду к Наташе Квик, и мы поедем встречать рассвет. Посмотрите, у нас еще темень непроглядная, но скоро вы увидите солнышко. Я и добрался. Добрался, да, Наташеньки! Да, мы только что летали над океаном, мы только что видели эти волны, освещенные лучами, первыми лучами солнца. Я такого еще не видел вообще никогда. Вообще никогда в жизни не видел. Хотя у меня была возможность, я жил несколько месяцев в Сан-Диего. Но вот такого, во-первых, я тогда не стремился к солнцу, я тогда не стремился увидеть вот жизнь теми глазами, которые, знаешь, вот открыл и почувствовал. Просто жил, знаешь, как большинство. А здесь просто мы приехали к самым первым лучам. Ой, ну было просто замечательно. Запустили дрон, запустили прекрасную трансляцию, заходили люди, писали такие приятные комментарии. Это было от души, ребята. Это классно. Сейчас мы едем в кафешку завтракать, пить кофе и допрашивать друг друга с пристрастием. Поехали! Мы приехали в отель Hilton позавтракать и уже успели заблудиться. Знаете, как русские не ищут простых легких путей? Нет. Мы пошли, думали, на ощупь найдем, но нифига. Пришлось спрашивать. Здесь какой-то проходит турнир по танцам. Танцовщицы, много-много-много таких нарядных девочек, даже очень ляпистых, ярких. Займем небольшую очередь и позавтракаем. Вот. Так, Наташа. Вот так и Наташа тебя делает, мы сосчитали, называется. Вот так делает свои видео. Примитивные мы. Снимает. Почему примитивные? У нас нет вертолетов. Нам чем-то приходится брать. Приходится брать вертолетами. А тебе достаточно просто камеру включить. Да ладно. Ну что, мы сели и запели. Боже, я не могу. Он умеет там снимать, а я здесь снимаю. А самый прикол, знаешь, в чем? Смотри, я делаю вот так, и мне больше вот не надо. Лучше. Ты куда хочешь, вот можешь в сторону уйти, он сам будет снимать. Вы посмотрите у него. То есть вот у него живая камера. Живая, да. То есть мои руки вот. Повернись сейчас, вот, вот видите? Сейчас я вам покажу. Куда бы Наташа ни пошла, делается такой маркер. Вот видишь, я Follow Me называется. И да. Он, камера следует прямо за тобой. Это, посмотрите, куда бы я ни пошла, камера двигается за вот, мной. На лице, как бы называется квадратик. Называется Follow Me. Я себе нос отметил, видишь? Теперь она переключилась на меня. Ага. А интересно, нельзя подарить? Это тебе. Знаешь, вот так. Оп, потеряла, смотри. Ребята, я на канале у Забугорского Олега. Я в его гостях, и мы с ним завтракаем вот так. Но мы еще только пришли, мы сейчас выпьем кофе и пойдем в буфет, наберем всяких. Нельзя, я на диете. Мы это вырежем. Мы наберем, но никому не скажем. Угу, ребята. То есть я не ела, но вы знаете, что я ела. Да. А ты чего на диете-то? Ну, чего не ешь? Чего не ешь? Яйцо, ну, например. Иногда хочется. Омлетик кушаешь? А чего я не ем? Да. Ну, омлет ты ешь? Нет, да, омлет мы ест. Омлет ест. Траву ешь? Ну, не нашу колорадскую, а вот вообще траву. Зелень, помидорчики. Посмотрите, у меня волосы с океана прям вообще. Нормальные волосы. Кудрявая. О, если бы у меня Аня сейчас приехала на океан, она бы сразу барашком стала. У нее просто от такой влажности, у нее прям такие, знаешь, это пружины, она их потом выправляет. Анечка, наверное, проснулась уже, позвонила. Да сейчас. Ты чего? Они, конечно, очень устали. Без 27. Ехали 3000 миль. А, какие без 27? 8:30. Это я колорадское время. Вот мои часы, видишь, Колорадо, Москва, Флорида. Крутые часы. Смотри, 3 циферблатика. Ты показывал часы то себе, нет? Я. Покажи. That's great. Хотел сказать вот в этом режиме, в таком, в ручном режиме, я на руке держу, ту же историю, которую мы рассказывали в Перископе. К нам подошел дядька.
дядька в черном костюме. Такой. При Гавриле. Наташа подумала, что пришел security, охранник, для того, чтобы сказать: ребята, здесь снимать нельзя, это же Хилтон. Оказалось, что это директор. Он с нами поболтал, ему очень нравится вообще все, что связано с видео. Он полюбопытствовал, записал наши каналы и принес, это было вообще просто, сидим такие, принес две карточки. А в конце еще и тортики. Две карточки на бесплатные два завтрака. То есть вот сегодня завтрак в Хилтоне и в любой другой день. Самое главное, нам счет сначала принесли, очень большой, я не буду говорить сколько. Нормальный счет. Ну, для двоих это очень большой. Ну, вообще, сказать. Ну да. Ты что, на двоих? 80 и долларов. И нам в Перископе пишут: так давайте теперь, идите, ешьте. Знаете, как было такое как состояние, как будто на Нате вы же теперь можете наесться так, что на весь год. Ребят, на год не наешься в любом случае, поэтому... Нужно, как говорится, получать, принимать то, что тебе дарят, с благодарностью, но и с мозгами. Поэтому, знаете, когда вам что-то подарили... Как он нас полюбил сразу, да? Потом, да, он потом еще принес, сам принес нам к столу вот такие вот сладости. Ну, тут еще было, но я не буду показывать, кто это, кто это слупил. Позавтракали с Наташей. Знаете, хочется, пока ее нет, она пошла ручки помыть, сказать... Наблюдал ее видео в Ютубе. Очень интересный человек. А в жизни еще интереснее. Вот реально человек умеет слушать и человек, который умеет чувствовать. Это я еще заметил, когда... Господи. А ты про кого? Это я еще заметил, между прочим, когда мы... Я из туалета бежал. Я сказал, что ты пошла ручки помыть. Я еще заметил, когда мы... С ней, вот с этим человеком, который подкрался ко мне, да, я о тебе говорил, это ты посмотришь потом на канале. Я заметил, когда мы стояли еще на берегу и летали на дроне, встречали рассвет, насколько этот человек умеет принимать тепло. Вот солнце, когда просыпалось, Наташа не просто смотрела на это, она радовалась, прыгала, скакала, как девчонка, потому что она открыта. И я как раз просто говорила тебе, девчонка, что ты человек. Спасибо. И вот многие знают Наташу по видео, и так же, как и я, да, вот знал до сегодняшнего дня, да. Наташи по видео. А когда встретились, знаете, человек намного, еще намного теплее, открытие. И очень симпатичная. Эй, девчуха какая, посмотри. А можешь калинку-малинку? В Хилтоне. Вы видели когда-нибудь, как блогеры танцуют калинка-малинка в Хилтоне? Это Russian hotel. Came construction state this news. Сейчас нам дадут ключи. Дадут еще ключи, машину пригонят с парковки. Здесь, видите, как бы подъезжают посетители многие, да? Бросают свои машины, и парковщики паркуют, ставят ее на парковку, а после вы подходите к этому окошку, даете талончик, здесь машины выдают по талонам, да, платите определенную сумму денег, и вам привозят машину, очень удобно, не надо тратить время на поиски парковки. Это такое сердечко прямо в области сердца. Но мы провели несколько совместных Перископ трансляции, сняли видео. Мы провели вместе 6 часов сегодня. Уже идет седьмой час. Уже седьмой час. Прекрасный. У меня вот мои впечатления. Прекрасный день, начало дня 15 января. И это ассоциация с таким летним днем, потому что Наташа живет в лете. Это реальное лето. Мы живем в Колорадо, там как бы другой климат. А здесь вот ощущение, я даже потерялся. Я такое представляю. Говорит, приезжай к нам зимой. Приезжай к нам. Хотя сейчас зима. Да, я совсем забыл, что сейчас зима. Но Наташа обязательно к нам приедет. Я думаю, что мы еще и по сугробам похрящим. Я так хочу похрустеть по снегу. Наташенька, спасибо тебе, мой хороший. Спасибо тебе, Олежка. Мы обязательно еще с тобой увидимся. Да, я даже не сомневаюсь. Сейчас мы едем домой, познакомимся с Винсентом. Вот, Винечка. Винушонок. Вот. Ну, естественно, немножко снимем видео. Обязательно. Паша дом охраняет здесь? Ну, вот тут еще
Привет! Как ее зовут? Никак. Как-то я не назвала ее. Мы возле дома, вот это вот Наташин дом, гараж. Такие там крутые тачки. Вот там коллекционная машина. Ага. Шика, смотри, это я сниму для Маши с Павликом. Посмотри, какие черепашки, лягушечки. Какая прелесть. And... Так, Олег. Let's go. Let's go. Вот мы и приехали к Наташе. Мы сегодня весь день что-то снимали, перископили. Да, и сейчас в гостях мы немножко посмотрим, что это за дом, о котором многие уже видели на канале YouTube у Наташи. Эти вот модели, они золотые. Это реально золотые модели. Gold? Yeah, this one's gold. All the gold cars are gold. О, господи, какая красота. Деколлекция Винсента. Смотрите, ребята, какие огромные потолки. Я когда вошел, мне показалось, что это замок. Наташенька обещала сейчас показать солнечную сторону. Ну да. Так, ух ты! Это наша комната солнечная. Как тебе, Олег? Ну как? Вот так живут американские буржуи. Да, это доярка. Доярка. Дай бог, чтобы все доярки жили так, как ты живешь. Слушай, ну да, здорово. Слушай, конечно. В плане того, что, во-первых, здесь очень солнечно. Выход. Это ваш лес? Да, это наш. Это их лес. Ну, вот как-то так. Мухи у них и те, вот, смотрите, видите, подготовленные такие чугунные мухи. Входим в лес. О, господи. У соседей бассейн крытый, ну такой крытый, имеется в виду сетка сверху, чтобы мухи не нападали, листья. А здесь, конечно, класс. Такая тишина, слушайте, ну посмотрите, как они здесь могут проводить свои выходные, как они могут проводить здесь свое время. Пошли обратно. Да, мне нравится. У них еще елка. Смотрите, еще вот та известная, знаменитая елка. Смотрите, знаменитая елка Наташи Квик. Посмотрите, какая. Ой, слушайте, да, у вас очень красивая елка. Мне очень хотелось увидеть ваш камин. Вот этот вот камин. Пальма. А что вот эта картина значит? Вот эта вот пальма. Просто мне такое, знаешь, напоминает египетские свитки. Вот это вот вообще прикол. Вот это уже прикол. Вот это вот реальный прикол. Вот этот жираф проголосовал за Трампа. Наш человек. А это кухня. Это простая среднестатистическая американская кухня доярки. Да. Вот так живут доярки. Шторы какие необычные, приятные. Посмотри, какие часы есть. Я не знаю, видел ты когда-нибудь такие часы? Что это там внутри? Или нет? Уран? Ух ты! Это магнитики. Магнит, да. Это самая магнитная стружка. Ух и ты! Слушай, как круто! Просто, знаешь, интересно с ними играть. Слушай, ну вообще все, что необычно, со всем этим интересно. Вроде все интересно и гениально просто, да? Вот это закон таков. Цветочки. Яблочки. Вот, крутые тачки. Крутые тачки Винсента. Винсент, show Олег your car. Это слоник. Слоник всегда, если у вас дома стоит слоник, должен хобот держать кверху. Это достатку и к половому счастью, кстати, тоже. Да. Вот, смотрите. Слушайте, ну мне нравится. Ой, а кто писал эту картину? А? Во. Москва. Из Москвы? Да. Слушай, ну прямо, блин, ну ты звездулище, вообще просто, ты знаешь, вот... Это я когда у Портнова еще была. Ни с кем тебя не сравню, но ты здесь настолько звездулище, прямо вот звезда-звезда. Слушай, ну ты звезда и есть. Простая, так скажем, колхозная кроватка. Колхозная кроватка, да, вот так вот живут простые колхозники, слушай, да.
вентилятор, все как положено. О, какая фотка классная. Это давно вы? Это 4 года назад. 4 года. Вы очень хорошо смотритесь, очень милая пара, вообще замечательная. Спасибо. На видео Винсент совершенно другой. Совершенно другой. В моем вот впечатлении я его увидел очень такой вот вживую солидный, очень такой образованный. Я не скажу, что на видео он совершенно другой, но он, у меня создалось впечатление еще и спортивный. Он занимается спортом? Да. Мы с собой по скайпу, бла-бла-бла. Вот это вот потайная комната Наташи Квик. Да, вот здесь она творит все свои видео-шедевры. Ой, часики какие прикольные. Картинки, фотографии. И вот, пожалуйста, приходите к нам ночевать. У нас тут две спальни. О, смотри. Дедушка Ленин, Карл Маркс, да. Фридрих Энгельс, Брежнев и маленький Сталин. Малюсик. А я никогда, что я это за бляха такая? Я никогда не верил, что предпоследняя может открыться, и там еще оказаться одна, мой. Причем с лицом. Да, вот я тебе покажу. Слушай, да, вообще крутяк. Да. У тебя такие хорошие коллекции, очень хорошие. А это вы когда банк брали последний раз? Я так понимаю, вы взяли как-то. Брали банк, и теперь ты там работаешь? Да, и теперь у нас и дом есть, и все у нас есть. Я понял, все. Мы его взяли. Все вам досталось легко. Гостевое и спальня? Гостевые. Так что приезжайте к нам. О, слушай, красота, вообще красота. Конечно... Очень уютно, мило. Вот. Кукла а-ля Франце. Детеныш такой. Привет! Да. Пошли посмотрим, что там еще нам покажет. Еще комната. Да. Господи, я уж со счета сбился. Еще комнатка. Слушай, такие миленькие, уютненькие. Все очень простенько. Мы сегодня так забегались, Наташа, что я забыл, что я привез из Колорадо. Вот эти вот прекрасные конфеты. Сейчас их надо обратно вручить. Наташа. Наташа, открой. Наташа, пусти. Мы сделали сегодня кучу-кучу разных дел, но я забыл самое главное. What's that? This is my surprise from Colorado. I forget. Наташа! Come on out! Come on out! Мы с тобой так разбегались, мы с тобой так засуетились, я все забыл, дорогая моя. Мы везли это из Колорадо. Oh my God, это спасибо. Мы везли из Колорадо вот этот вот ассорти. И главное, я еще уезжал, снял, что я везу. Like у тебя всегда есть гости. Слушай, не переживай, это очень хороший good... Вы посмотрите, какое... Коробка больше тебя, да? Поэтому... Сама спасибо, не будешь Олег. Кушать, угощай друзей, угощай гостей, спасибо, вот, забугорских. Все, поехал. Все, пока. Спасибо. Пока. Все, закрывайте. Теперь точно уехал, все, потому что надо ехать с детьми в бассейне покупаться. Мы зависли с Наташей. Наташа познакомила с интересным человеком меня. Мы пообщались по скайпу с Михаилом Портновым. Да, очень интересный и... Я надеюсь, мы в ближайшее время сделаем интервью. Все, пока. 15 января. Началось очень рано. Началось, как и в Колорадо, в 4, но уже по флоридскому времени я проснулся и поехал к Наташе Квик на океан. Мы поехали встречать рассвет. Я уже был у Наташи в 6. Мы приехали на побережье и провели... бомбезную трансляцию. Это лучшая моя трансляция за все время, которое я веду перископ. И провели прекрасную трансляцию на океане, полетали на дроне, поехали, покушали в Хилтоне. Причем так получилось, что нас накормили бесплатно и пригласили еще прийти. Вот. И... Потом мы еще поехали домой, сняли дома видео. Короче, день был наполнен съемок и интересных знакомств. Спасибо, Наташа. И потом я вернулся домой, дома уже со своими детьми. Мы, как обычно, поплавали в бассейне и гуляем сейчас на площадке. Вот мое хомячье. Это 15 января
Действительно, второй день нашего пребывания во Флориде очень интересный и очень классный день. Спасибо вам всем.